Привет, YouTube. Наконец-то настал этот день. Я его кое-как дождался, я вот тебе честно говорю. Дело в том, что я не могу подряд много делать обзоров или не могу много съедать, ибо у меня такое правило, что если я съедаю больше, чем надо, я дополнительно должен качать пресс, блин. И чем больше я съедаю, следовательно, тем, блин, больше приходится заниматься. И тут дилемма начинается. Победить ли меня лень или нет? Вот если я хочу больше, чем надо съесть, то придется больше заниматься. Вот такие дела. Вот это дело! А чего именно? Настал сегодня час. Ты не поверишь, Вася. Час вот этой красоты неописуемой. Неписанной. Фундук, криспи, шоколад и миндаль. M&M. Простите, что специально пнул ваше сиденье. Нужно было просто сказать, что у вас мальчик. Не нужно было вам все это слышать. Прости, что назвала тебя Карен. Обещаю больше не есть ваших друзей. Серьезно? Больше такое не повторится. Серия M&M. Все M&M's, которые были, плиты шоколада, я все их приобрел, чтобы нам с тобой попробовать все это дело. Не знаю, чашка нам нужна? Нужна нам чашка, как ты думаешь? Нужна ли она нам? Пока не знаю. Ой, и сорян, я тебя по голове ударил. Мой глубокий сорян. Так, миндаль, шоколад. Давай с шоколада начнем. Не, подожди. Криспи. Криспи — это хрустяшка какая-то там. Короче, начнем вот с... Красный M&M, это кот побежал, я аж напугался. Я так понял, это шоколад с вкраплениями прям самих M&M-сиков. Блин, M&M's утопили в шоколаде, ё-моё. Рип, короче. Давай вот здесь изучим. 125 грамм. Я надеюсь, что я увижу здесь. А, вот, тут крупно, ой, красавцы какие. 84 килокалории. Это что, на сколько? На 3%? Я не знаю, на сколько. Что это, чего это? Не может таких калорий здесь быть. Изготовлено, терпоростопыр, все дела. Едабельная еще? Да, еще едабельная. А, вот, 500 с чем-то килокалорий. Это другое дело уже. Так, ну теперь нам, наверное, понадобится, все-таки, я думаю. Давай открывать. Блин, вот охота ее как-то аккуратно, что ли, то есть не знаю почему, но... О, не хочется ее поломать всю. Охота вот так красиво, чтобы все было. Так, давай мы ее вынем полностью. Полностью. Итак, обзирать будем просто. Шоколад написано. Третий сразу убирать будем. Ух ты! Ты смотри, какая красота. Во, вот они все утопленненькие. Видишь, они вот они просвечиваются. Может, тут будет видно? Нет, тут не видно. Давай вот так сломаем. Во, вот они. Во. Видишь, что? Что сделали с M&M'сами бедными? О, нифига, как много их тут. Всем, кто кушает приятный аппетит, и давай оценивать. Угу. Шоколад из киндер-сюрприза. Сливочный, сладкий, ванильный такой почти шоколад. Вот эти M&M'сики, они M&M'сины, они хрустят. Шоколад, как из киндер-сюрприза, из яйца. Ну, похож, по крайней мере. И что радует, он не убер сладкий. Опа, не слипнется. Приятный. Ну-ка, давай еще раз сломаем. Во. Чтобы тебе наглядно прям все показать. Во. Вот такая тема. Прямо M&M's утопили в шоколаде. Поехали дальше. Так, криспи это... Во, фундук хочу. Давай фундук. Вот так он выглядит. Уже чё... Это, ну, негр, типа. Ну, ладно, скажу. Уже сказал. Вот это я не видел. Во, вот тут тоже калории написано. Почему-то 84 всего. А на самом деле их тут... Во! Чувак такой держит какую-то это... Открывает плитку M&M's. Один из M&M's. Не вижу напрочь. 500 с чем-то тоже килокалорий. А здесь почему-то 84. Я не знаю, исходя из каких побуждений написано. Фундук я люблю. Я вообще все орехи люблю очень. Поэтому опять я хорошо открыл. Красиво. Эстетично. Теперь не сломать бы еще, блин. Тут тоже M&M's нарисован. И тоже весь просвечивается, видишь? О, и он с белой патиной такой. Так, о, орехи тут более явно уже видно. И зеленые M&M'сики. Ну-ка. Вот этот более похож на горький шоколад. Мне больше нравится. Вот этот вкуснее. Он не такой сливочный. Он ближе к российскому шоколаду такой по вкусу. Но орехи слабенько чувствуются. Орехи почему-то слабо чувствуются. Не знаю почему. Но неплохо. Миндаль. Миндаль тоже очень люблю. Вообще, я тебе говорю, что, блин, я люблю все орехи, ё-моё. Ореховая душа. Тут тоже чувак снимает, видишь, открывает эту плитку.
изучай. Тоже 560. Вот так все выглядит. Синий чувак. Синяк. M&M's алкаш. Ой, я красава, смотри. Все красиво открыл. Но дело в том, что уже много съел, блин. Сейчас доедим, придется мне, блин, это. Все так же само. О, у них выражение лица, по-моему, разное, нет? Что-то я не помню. Так. Ну все, то же самое. Давай пробовать. Очень странно, тоже не очень чувствуется орех, но привкус старости какой-то. Не знаю почему. Не знаю, мне почему-то не очень зашло. Ну и последний у нас образец на сегодня — Криспи. Мы Криспи уже с тобой видели, с хрустящими шариками. Да, хрустяшки там всякие. И чувак такой опухший почему-то. Голова у него болит, наверное, что ли, смотри, как будет. Тихо. Все так же. С хрустящими рисовыми шариками и разноцветным дрожже. Не дрожже, блин, а МДМсами, ё-моё. Тоже 500, чего-то там калории, чего-то там, я даже не вижу что-то. Алло, был занят? Че? Нет. Чтоб грелся достать, что ли? Ну, придешь, да поедим. Люба Геннадьевна звонила, говорит, ешь. Я, говорит, еще занято, типа. Так, на чем мы остановились? На вскрытии шоколадки. Во, тоже получилось не повредить красоту. О, это такая более бугристая вся. Как будто тут много орехов. А, Криспи, это всякие там эти, блин. Хрустяшки будут сейчас. Ну что, то же самое. Посмотрим наличие самого шоколада и вкус. Самый сладкий из всех плиток. Или я переел его уже. Сам шоколад тоже привкус старости какой-то имеет. Но это он не старый, это вот вкус какой-то специфический. И мне Криспи вообще априори не нравятся хрустяшки эти. В общем, резюмируя, по-моему, вот этот образец самый нормальный. Или нет? Нет, по-моему, вот этот. Вот этот, по-моему. Шоколад просто, который. Короче, тот, который маленько с горчинкой, как будто у нас есть шоколад такой. Ну и все, имею в виду, приблизительно теперь ты знаешь, что из себя что представляет. Сеанс дактология. Ну реально, что из себя, ну какая из себя что представляет, и представление приблизительно имеет. Но пока что, пока не скучай, не грусти, скоро Макса в гости жди. Максу надо творог идти есть еще будет. Ну я ложку на 7, и сначала позаниматься сейчас надо, потому что я, блин, калорий поглотил немедленно. Здоровья всем сибирского, береги себя и своих близких, пока.